Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупки. Трэг. А мне семечек. А мне. Кормилица. Кормилица. Вы это видели? Пацан прям сейчас телефон выкинул. Сосунг битый. Вот это ништяк, пойдет на запчасти. Нормально, обалдеть. Но был бы он мой подписчик, он бы сказал, типа, это тебе штребух. Но это не был, наверное, мой подписчик. Смотрите, как его хлам разбили. Карту памяти. Может, карта памяти есть? Сейчас проверим. Не, давай. Не карты, даже акума нет. Да, рублей за 200 на запчасти заберут. На барахолке. 100-200, да. Лотки для яиц, капец, их тут много. Нифига себе тут приправ. Ребят, зацените. Куча приправ всяких. О, вот это денег стоит. По 100 рублей их можно продать. Крышечки. Кастрюли. Обалдеть, тут рублей на 500 этих кастрюль. Крышки. Обалденные крышки. Смотрите. Походный комплект. Обалденные. Походный комплект? Вау. Ой, ложка, это мне надо для походов. Ложка раскладная, ребят. Ложка-вилка, чашка, котелок походный. Вот это я, Дим, заберу себе. О, покажи. Геймпад Logitech старый, USB-шный для компьютера. Мышка шляпная старая и блок питания поломанный. Не, блоку питания очень плохо. Мышку купят рублей за 50, геймпад рублей за 150 купят. Неплохо. Так, рюкзачок. Но он внутри такой убитый вообще, а снаружи вообще целый. Не, ребят, вот эта тема для походов капец. Кастрюля очень легкая с собой возить в походы. Это типа, это что, сковородка какая-то? Или я не знаю, что это такое. Кружечка. Чай делать. Ложка с открывашкой. Раскладная такая, удобная. Кайф, кайф, кайф. Кормилица, кайф. Опа, что тут? Опа, что это там такое тяжеленькое? Моноблок? Вау. Нифига себе. Настольный набор фокусника. Ребят, зацените. Палец. Крышечки всякие вон. Какие-то штучки. Это набор фокусника. Обалдеть. Вот. Микки Маус. Набор фокусов. Обалдеть. Еще в такой коробочке. Просто кайф. Так, а тут что? Вот тут, наверное, планшет. Это для планшета чехол. А тут биба рисовальная. О, зато есть батончик мне, любятого. Печенье мюсли. Это я покушаю. Это планшетка для рисования вообще. Хотя не, вот сюда же ноутбук кладется. Это для ноута все-таки. А вот это что? Коробочка. А, это для краски. О! Ой, нас. Ну, это не купят. Детское, типа, кресло для машины. Такое не покупают. Что это такое тут? О, так это сателли, мыло всякое он. Любит кто-то сателли, мыльно-рыльное напиздить. Всякие лосьоны, крема, это все сателли. Вот, сколько люди напиздили и, по-моему, выкинули от жадности. О, целый пакет. О, бандана сюда. Подожди, я хочу. Бандана, на. О, рюкзак. Кенкин. Кенкин, карри, кенкин. Флэри, кенкин. Рюкзак классный, ребят. Целый кенкин. Обалденный. Может, даже оригинальный. Кенкин. Барабарри кенкин. Какой рюкзак. Чулки. Стой, 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 не дери. Кенкин. О, нифига себе, барсеточка топовая, ребят, вообще. О, кенкин. Барабарри кенкин. Шорты женские. Кенкин. Барабарри кенкин. Футболочка. Кстати, а чё? Шорты надо брать. Сейчас сезон. Вот еще шорты. Хотя они какие-то, ну, пойдут еще, побегают. Нифига себе, тут их сколько. Тут много шорт. Не, вот этот рюкзак, ребят, вообще продастся рублей за 500, наверное. Может, даже оригинальный, смотрите, швейцарский кенкин. Вот такая бирочка. Я такой даже сам бы носил кенкин. Барри-кенкин. Ребятки, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, мощный вынос хаты. Вот шмотки, смотри, Найки, обалдеть, капец, они четкие. Второй есть? Какой размер? 42-й. Прикинь, это вроде оригинал, похоже очень. Прикинь, как обидно, да, банан? Очень обидно. Очень обидно.
псины, блин, сука, погрызла, падла. Такие Найки. Аккуратно открывай. Ой, телефон, это ну нахуй айфон. Прикинь. Шестой айфон битый. А вот ZTE. Ребят, ZTE. Ребят, я просто в шоке. Айфон, пусть и разобранный, вон он с платой. Его можно починить. Экран надо другой. Надеюсь, там iCloud'а нет. ZTE с двумя камерами. Может даже включится, а ну проверим. Хороший ZTE, бюджетный. Не, не работает. Но это точно не, он не включится, экран отключен. Обалдеть, находки, смотри, кепка. Пума, оригинальная пума. Вообще. Обалдеть состояние. Охренеть, два телефона сразу, так далее. Спиннер, ребят, спиннер хороший. Смотрите, это часы для отслеживания с GPS-ом, с защитным стеклом даже наклеен. Все, симка вставляется, можно отслеживать детей. Ножик, но он не комплектный. Так, давай, пенальчик вот хороший, в принципе, целый. Краски, но это не купят. На рыбалочку леска есть. Рыбалка? Угу. Леска на рыбалку? Хорошая, да. О, обалдеть, моток. Лежит. На, ракушки огромные покупают, забираем. Сундук с чем? Давай. С ракушками. Нет, сундучок забираем. О, бисер. Ребят, бисер. Забираем. Смотрите, это делать всякие браслетики. Контейнер классный. Вот еще бисер, смотрите, разный. Нитки. А, нитки тоже забираем. Это купят. Нитки, иголки. Охренеть. Капец находки. Просто топовейшие. О, тайп-сишка. А, это для макбука. О, кастрюлька тоже пойдет. Ребят, я в шоке. Давай контейнер забираем. Да, давай возьмем. Дырокол. Контейнер обалденный, ребят. Просто целый, смотрите. Нам надо. Шмотки, капец. Тут целый пакет каких-то вещей, походу. Интересных. Там рюкзак, я вижу. Обалдеть, тут вещей. Вот еще пакет. Там, это вынос с хаты просто божественный. Вот еще. Чувак, надо это куда-то складывать. Там вещи топовые, прям видно, элитные. Вот еще кольцевая лампа опять. Прикинь, вон, с блоком питания. Чувак, тут жесть. Ой-ой-ой, обувь. Во, обалдеть, ребят. С подставкой сразу, смотрите, кольцевая лампа. Обалдеть, вот от нее штучка эта. Рюкзак, обалдеть, что-то там есть. Капец, ребят, школьный рюкзак. Складывай ее в сумку. А, школьные тетрадки всякие старые выкинули. Обалдеть, ребят, какой вынос с хаты. Ребят, банан говорит, Илюха, что там в этой помойке еще он синий пакет он достает. С выносом хата, с зеленые. Еще? Охренеть, вот это вынос, ребят, я в шоке. Мы тут до ночи будем ковыряться. А? Тотал это. Это называется тотальный вынос хаты, ребят. Обалдеть. Тут везде вынос из хаты в зеленых пакетах. Че там? Да ну нахер! Это телескоп! Ребят, никак в жизни их не находил на помойке. Стоит такой вот столько. Обалдеть, я очень хочу его затестить. Открываем, вон там линза. Но я там вижу что-то в этой дырке. Обалдеть, на звезды теперь буду смотреть. Ребят, домой заберу. Охренеть. Помоечка дарит романтику. Это ж мне любая женщина даст, если ее позову к себе в гости, в телескоп звезды смотреть. Куда это складывать? Я не знаю, я не был к такому готов. Беру вот этот контейнер, ребят. Телескоп подальше уберу. Потом его загружу. Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Ребят, я в шоке. Вот, разорвал, подорвал слегка вот этот пакетик. Ой, там оттуда... Что это? Ребят, зацените. Что это такое? Плата, смотри, какая красивая внутри. Это что, какой-то мини-робот был? Ребят, знаете, что это? Напишите в комментариях. Это что-то недешевое по-любому. Какая-то игрушка. Обалдеть, зацените, какие маски. Охренеть, зацените, смотри. Это для мафии игры. А, для игры мафия? Обалдеть. Обалдеть, ребят. О, деньги. 20 профи, Сбербанк. Что это такое? Да не знаю, что заберу. Вон колесо от этой вот игрушки, походу. Ребят, что это такое? Рисуй каждый день. О, рисовалка. Ребят, зацените. Можно самолеты учиться рисовать, что хочешь. Она не до конца дорисованная. Тут еще рисовать и рисовать можно. Вот это вот хорошее забираю.
Так, смотрим дальше. Светильник. А, это я понял, что. На USB-шке заряжаемый ночник. О, утюго. Утюг, его за рубли 400 продать можно. Вот этот светильник, сюрприз-бокс положу, он, наверное, за рабочий. Зарядить надо будет проверить. Какие-то наклейки черные, я не знаю, для чего это. Ребята, я просто в шоке, пенальчик целый. У меня глаза разбегаются. У меня разбегаются глаза, тут какие-то платья. Шмотки надо брать, чувак. Обалдеть, толстовка. Ребят, зацените, какая инь-янь. Охренеть, я в шоке с находок. Ребят, я такой счастливый сейчас, это пипец. Так, это что такое? Вот это что такое? О, для телескопа, кстати, насадка, походу. Домик, смотрите какой, с ящичками. Прикинь, тут $1 настоящий. Да, вот, $1 настоящий. Ребят, это настоящий американский доллар. Охренеть, вон еще деньги. Да ну нахер, тут копилку выкинули, прикинь. Да ладно, вон, смотри, бабки. О, нормально. О, нож. Ребят, я в шоке, смотри, какой ножичек. Охренеть, ножик, ребят, бабки, 100 рублей. Деньги, смотрите, здесь рублей 150. Ой-ой-ой, закидываю сюда. Потом с бананом уже поделим. На, по бырику залутать, пока конкуренты не пришли. А то дворник придет, скажет, валите отсюда, тут все мое. И придется с ним воевать. Так, шмотки на. Смотри, монета настоящая. Монета настоящая? Ребят, японская какая-то с дыркой монета. Вот платье, все закидываюсь. О, вот и перчаточки топовые. Это на скутере ездить, обалдеть. На велике там, о. Прикинь, я тут линзы нашел для этого. Для телескопа. Две линзы вот для телескопа вот этого. Вон какой-то кусок платья, юбка какая-то. Шляпа, смотрите. Люди, видимо, переезжали, все выкинули тут. В огромном количестве все выкинули абсолютно. Смотри, все, что точилка. Не смогли увезти. Точилочка топовая для карандашей. Она не рабочая. Как это везти-то обратно? Охренеть, ребят. Смотрите, новая сумка для ноутбука. Ну, тут только ручки подрались, потому что они из дермантина. Она новая. Вот внутри, посмотрите. Абсолютный идеал. Абсолютный идеал, охренеть. Михаэль Корс. Обалдеть. Может, даже Арик. Вот эти целые берем, Михаэль Корс. О, блюдце берем. Оно просто грязное. Оно в воске. Для свечки, да, воск. Так, вот еще кроссовок. Вот такие, это типа подделка изи-бустов. Берем. Они просто вот в какой-то пыли замызганы. Вот тут, вот тут, от елки, земли. Земли, там, земля. Ребят, вон еще сколько мыльно-рыльного. О, очки, сейчас вообще лето, жара, очки покупают. Зубная щетка подбитая. Вон чуть-чуть мыльно-рыльного. Вот еще, смотрите, коканут, масло из кокоса. Прикинь, ми-бенды. Ми-бенд. Часы, ребят, оригинальные ми-бенд. Хорошие, оригинальные, вторая версия, наверное. Ми-бенды вторые вроде. Не, не знаю даже, как их включать. Забираем, обалдеть. Сумка отличная. Да, целая. Закидывай. Сумки бери, рюкзаки, проверяй карманы. Часто деньги забывают. Вот браслетик какой на руку, вот эти заколочки. Это все покупают, ребят, на барахолочке. Вон ночнушка с какими-то затертая. Вот заколочки, USB кабель, вот это беру. Обалдеть, новая заколка. Так, зацени. А, это лоток? Да. Забираем, хорошие. О, халатик бомба, закидывай. Ребят, зацените куртка Zara, размер S, женская. Вообще целая, абсолютно, просто идеальная. Посмотрите, какая красивая, с какими карманами. Да и фирма Zara хорошая. У меня куртка Zara была зимняя, я ее относил года 4. DC, ребят, DC, это шарф такой, накидываешь, понял? Вон тут висит шарф. DC, оригинал. Куртка тоже хорошая, размер S, такая осенняя. Quicksilver, кепочка, ништяк. Да, хорошая. Ну, это спортмастер. О! Это часы с радио Hyundai. Поцарапанные, правда, но по-любому рабочие. Часы с радио, ребят, тема. Типа они тебя буют и включается радио. Толстовочки, это имба. Вот черная толстовка. Хорошие. Ребят, зацените поводки от фирмы Flexi. Это хорошая фирма, мини-поводки. Значит, у этих людей была собачка маленькая. Смотрите, поводки целые, обалденные. Их по 500 рублей за штуку можно продать. Вот, смотри, джинсовка женская. Обалденная. О, медные кабеля. Кстати, медь. Как я так только сейчас заметил. Медный кабель. Покажи, покажи рюкзак вот этот. Обалдеть, смотрите, какой классный. Как сумка, рюкзак. Молния, вот, целая. Смотрите, отличный рюкзак, какой красивый. Ребят, я не знаю, как мы это повезем, я в шоке. Пистолет. О, нифига, это на пистонах. Ребят, на пистонах, револьвер.
рабочий. Нужно только пульки вставить туда, пистоны. Обалдеть. Помойка вооружает. Дарит защиту помойка от конкурентов. Исполнилась моя мечта. У меня никогда в жизни кинескопа не было. Всегда мечтал о кинескопе. Ребят, это капец. Короче, Илюхе ничего не получится увезти. Там только маленькую сумочку на скутере. Пришлось меня грузить полностью. Посмотрите, два баула. Я там с краешку сяду. Нормально сейчас доедем. Ну, вес, это капец. Это весит, наверное, 100 кг вот это все сейчас. Кинескоп вот спереди засунул. Он, в принципе, не мешает. Вообще ништяк. Сейчас покатимся в гараж на базу все это скидывать. I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, oppers probably hate me cause I'm black. I don't know, I be spreading love, sometimes ain't mutual. Just a seed that's from that darkness, but that's what it takes to grow. Still in flow, still in motion. Couple homies with me and we'll see. О, лавашек. Опа, оп, 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 оп. Нифига тут какой-то булочной выкинули. Лаваши свежие, мягкие, вон булки. Забава с вишней, ёвой и начинкой. Вон, ребята, обалдеть. Вон, зацените. О, да это я сейчас поем штрудель с яблоком. О, о, слойка с черничной, смородиной. А Дим до этого в магазине покупал булки. Зря булки покупал. Смотри. О, на меня джинсики. Ништяк. Ну да, женские, широкие, вот эта ширина, подзарыганные. Но если их постирать, таскать можно. Булочки я покушаю потом. Надо их куда-то убрать. Какой-нибудь пакет. О, с такими ногами просто перешагивает Дима заборы. О, вот эти игрушечки я бы посмотрел. О, это ж с магазина для табака отдел, ребят. Смотрите, как в Пятерочках, Магнитах. Для табака вот это отдел. Табачный отдел. О, вот эти пружинки я позабирал. Пружинки вот эти деду надо. Хотя они такие шляпные. Шляпные. Ух ты. Ого, сколько игрушек всяких. Это я сейчас наберу своей дочурке. Какой дракончик классный. Свежачок несут он. О. На кормилице. О, самокатик. О, Илья бананчик. Че, Илюх, сколько ты уже в помойках не рылся, братишка? Год. А че, решил отректись от кормилицы? Но настала пора ее сдоить как следует. Пошли. О, пропал котик. Обидно. Вот это продать нужно. А что это такое? О, так это ваза. Хорошая. А что-то еще есть. Рублей за 100 отлетит. Так, ребят, смотрите, колеса с самоката-то можно скрутить и продать. А, ну вот задние помянем, а с передние хорошие. Опа, так это локоцакели. 32 размер пойдут. Это племяннице моей подарю. Что там? Разрыл пакет новичок. О, да ну нафиг, новичкам, так сказать, везет или что? Да, Дигма. О, электронная книга, вот от нее коробка. Ребята, электронная книга Дигма. Что это? Это карты, что ли, Таро? Карты Таро. Так, ребят, давайте смотрим электронку. Электронная книжка. Ух ты, вообще новая прям. В идеальном состоянии. Правда, не знаю, как ее включить. О, нифига там карты. Вот покажи. Таро, походу, надо Тане узнать. На Таро похоже реально, ребят. Суд, повешенный, звезда, башня. Смотрите, мир. О, нифига, корзинка. Ребят, капец, да я эти карты в сюрприз-бокс положу. И эту книгу тоже в сюрприз-бокс положу. Она по-любому рабочая. Только вот не знаю, как ее включить. Может, вы знаете, где тут кнопка включения? А, вот она. Севшая. Наверное, давно и не пользовались этой книжкой. Но это просто балдеж. Еще в чехольчике. Чехольчик в нормальном тоже еще в живом состоянии. Еще карты. Давайте смотреть. Вот эту корзинку рублей за 100 купят. Она целая. Неплохо. Смотрите, к этим картам даже есть листок. Классические карты Таро Уэта. С этим, с расшифровкой всех этих карт обозначения. Вот, допустим, звезда, это значит надежда, исполнение желаний, мечты будущего творчества. А башня, это башня. Так, все, убираем. Обалдеть. Ну, это в сюрприз-боксе, ребят. Топовая вообще тема будет. Сюрприз-боксы я продаю в своей группе в ВК. Пишите в сообщениях группы, ссылка в описании. Так, еще одна коробка карты, тоже какие-то Таро Уэта. Обалдеть, их тут много. Посмотрите, вау, какие красивые иллюстрации вообще.
Вообще новые карты. И вот эта находочка, я понимаю. Сюрприз бокс. И книга электронная читать, вообще тема. Что у нас в коробке? Наушнички и документы всякие. Документация. Опа. А что у нас тут на кормилице? Это что такое? Металлолом это. Это духовка, видимо, ее разобрали. Вот эту штучку купят на барахолке. Сеточка защитная. Это на вытяжку. О, бита. Пригодится. Это пакет мыльного. О, мыльнорыльное. Конечно. Мыльнорыльное в ребетке. Мыльнорыльное по тюбичкам. Вот тюбик мыльнорыльного. Тут чуть-чуть. Вот акуленок, пистолетик. О, ваниш немного для ковров. О, так это сетка для рыбы. Это на рыбалку, ребятки. Обалдеть. Латуневый кран. Тут все находки сыпятся там. Капец, Илюхе банану сейчас везет. Ссылка на его канал, ребятки, в описании. Илюха в азарте. О, градусник целый. Чистота и блеск без разводов для стекол. Мистер Мускул, обалдеть, целый, смотрите, полный, новый. Как такое мыльнорыльное не взять? Вот объясните мне, пожалуйста, в ребятки. Маска для лица. Надо полные тюбички брать, более-менее. О, бомбочка для ванны одна, возьмем. Полные тюбички, вот такое вот, экстракт молочко для тела. Экстракт. Давай вот эту сетку для рыбалки, ребята, ставим, наверное, себе, да, Илю? Да, ну это такая самая простая, пойдет. Ну, пойдет. Хорошая, удобная. Сюда мыльнорыльное закинем вместо рыбы. Почти 30 градусов жары в Краснодаре, посмотрите. Жарко капец. Ребятки. Вот следующая кормилица. О, у закупорочки. Ребят, зацените. Закупорочки. О, что это такое? Всякое разное, тут закупорки какие-то. Еда, паста арахисовая. Так, вот тут что? Чуть игрушек. Давайте посмотрим, что тут за игрушки в пакете. Игрушки я-то тоже беру. О, медвежонок такой погрызанный. Хаги-ваги без глаз. Что тут еще есть? О, нифига себе, контейнер. Так это для кукол. Всякие тут штучки для кукол, зеркальца. Блин, игрушки нифига не покупают. Но такое я заберу. Подарю своей племяннице. Так, что тут у нас еще мелочевка всякая. Вот смотрите, какой чувачок интересный. О, Димочке колготки, да, он собирает, возьмем. А это что? Квадратура. Что такое квадратура? Для чего? Цена 4 рубля. Что это такое? Что это такое? Какая-то квадратура? Цена 4 рубля. Советский Союз. Что это такое может быть? Я тоже не знаю, ребят. Может, кто-то из вас в комментариях напишите, что это такое квадратура. Так смотри, там квадрат. Что-то магическое, может. Это там металл. Не понял. Что это? Ну возьмем, попробуем продать. Ой-ой-ой, с кухни. Вынос с кухни. Кто-то съезжал и оставил нам вот такие вот, смотрите, говядинку тушеную и шпротики в масле. Холодное оно еще, вот смотрите, запотевшее с холодильника. Так, ну это бомжам оставим. О, нифига себе, какая бутылка. Алюминиевая. Это водка была. Данская водка. Как термос. Блин, да такую бутылку могут купить. Это как термос реально, оно алюминиевое. Опа! Ты видел? Целый ящик. Что с ним делать? А? Забираем. Что с ней делать? Кушать, конечно же. Конечно же, кушать, ребятки. С волосней вот этой будем кушать. Илюх, бери. Берем. Там тараканы, волосня и все. Бери. Ну, гнилой чуть-чуть. Вот. Да вот, вот эту покушай, вон, кончик. Не-не-не. А? Страшно. Не будешь? Вот это хорошее, не? Это перебирали клубнику, и те, которые слегка подгнили, их выкинули. Их просто пообрезать, эти клубниченки, и можно кайфовать. Взять это с сахарком, вообще песня, ребят. Вот почему я в Краснодар переехал. Посмотрите, какие деликатесы на помойку выкидывают. В Питере даже нормальной клубники нет, а тут она в любом огороде растет. Ребятки, как тебе? Плохая. Плохая? Ну, она вкус у нее, это выращенная. А, это не натуральная? Ну ладно, то бомжам оставим, пусть смакуют. Опа, вот тут эти кормилица. Опа, что тут по находочкам, а ну? Ты чья? Собачка. Тут собака-потеряшка, Илюх. Или ее на помойку выкинули, я не знаю. Тут собака породистая. Как она сюда попала? Привет. Привет. Ой. Ты чья? Кто тебя тут закрыл? Ребят, тут помойка закрыта обнесенным. Слушай, там закрой дверь, она сейчас выбежит. Пусть лучше тут сидит.
Ты чё? Ваша? Капец, как она залезла? Тут щель где-то, что ли? Ну, помоечка заманила ее. Она хотела поживиться тут, эта собачка. А тут я приехал, ей всю малину испортил. Нифига себе, ребят, зацените. Чё выкинули? Новые тремпеля в огромном количестве. Но это для каких-то блусок, там, футболок, я не знаю. Они очень маленькие. Такое нифига не купят, ребят. Нет смысла брать. Вот так кину, может, кому на, заберут. А я пришел и сразу дошел. Смотри, он нашел. Спиннер. О, шмотки. Азартик, да, чувствуешь? Шортики на тебя. О, у меня тут кухонная всякая штука. Это все покупают. Вот эти лопатки по 20 рублей, по 50. Вот так беру. О, мыльно-рыльная. Та, помойка обувает. Зацените, адидасы. Это на меня. Оригинальные, ребят. Оригинальный адидас. По помойкам прыгать. Вообще ништяк, смотрите, целые. О, ой, нифига себе. Да ладно, это на меня. Сюда не лезь. Дай коробку эту пустую. Вывернись с нее. Быстро работаем, быстро. Там рюкзак у меня лежит. Тихо, там кольца. Да, серебро, смотри. Чувак, серебряное кольцо. Блять. Обалдеть. Моя жена недавно себе такое же купила. Только с бриллиантами, потому что помоечка дарит. Вот еще серебро. Нет? Чувак, похоже, да. Вот это точно с пробами. Оно не видно? Блин, пробы не видно. Возможно, это белое золото. Что еще он выпал? Аккуратно. Сережки. Так, сережки. Слушай, блин, не вижу. Давай, короче, всю бижутерку заберем. Вот это бижутерия. Да, да. Вот. Ну, старая, хорошая. Это от машины. Угу. А ну-ка, покажи. Это брелок какой-то. Брелок от машины. Капец, серебро, ребят. О, это что такое? Тоже, короче, все вот так берем. Все вот так берем. Вот эта цепочка, может, серебряная. Прикинь, 50 рублей порванные. Да, да. Настоящий. Вот еще серьга. Ну, это бижутерия. Смотри, что-то есть. О, понятно. Что там? Дай посмотрю. Игрушка. Ой, так это игрушка. Это, ребят, знаете, что такое? Для клиторальная она. Клиторалка. Это клиторалка, ребят, для женщин. Ну, в общем, вам не понять. На стрим заберем. Это заберем. Я не знаю, это для глаз липучки. Берем. Это маски для лица. Пойдем. Вон крем там есть. Вот браслетик из этого бисера. На руку пойдет. Не, ребят, капец. О, нифига, свисток какой в виде кота. Да что там в этом пакете? Все в этих перьях. Я из-за них ничего не вижу. Может, тут еще серебро еще есть или золото, я не знаю. О, еще. Нифига себе. Лондон. Пепеквепе. Бренд, ребят. Пепеквепе. Какой-то, обалдеть. Это дорогое что-то. Так это на Диму. Диме подарю. Кедики. Выбираю мыльно-рыльное. О, да, оно тут все полное, только с пылесоса падлы вывалили вот это все. Термокружка, смотрите, какая. Вообще все полное, все мыльно-рыльно-полное. Тюбички. Почти все полные. Опа. Ого. Ох, какая сочная хаски-шкудишечка. О, да. О, да. О, что это такое? Это USB-шка. От USB-шки работает. Фонарик какой-то, светомузыка. Какая-то светомузыка. Капец, что это такое, ребят? Напишите в комментариях. Опа, я сейчас пойму, что это. О, нифига, то это прям светомузыка топовая, лазер какой-то. Классная вещь какая-то. Подсветка уличная или чего. Обалденная. Что-то тут интересное. Куда? О! Тут вынос из хаты. О! Кольцевая лампа. О, латуневый кран. Так, ребят, зацените. Кожаные как будто 37 размера. Вот такие вот на каблуках. Хорошие, вообще как новые. Покажи. О, маленькая топовая. Провод надо припаять. Забирай. Так, ребят, забираю вот эти лапти. Рублей за 150 купят эти клобуки.
Вот тут вот, смотрите, после ремонта. Сразу с лампочками. Так, лампочки просто разобьются, я их выкручу. Патроны заберу, такое купят. Так, тут всякие розеточки тоже надо взять. Вот эти патрончики. Так, розеточки вот эти встраиваем. Выключатель, вот что тут еще. Патрончик, это все забираю. Лампочки не доедут, поэтому не беру лампы. О, пожарные датчики вот эти беру. Тоже покупают их. А вот это можно все забрать. По-моему, людям понадобится, они соберут это все. Они просто разобраны, эти розетки. От них есть детали. Опа. Что за бренд? О, Рибок, обалдеть. Целые, оригинальные. 37 размер. Пойдут. Шашлычком, да, пахнет? Жарят тут шашлык. Да, хочется. И вот он как раз. Вот шашлычок. Вообще свежий. Обалдеть, оставлю бомжам. Я не голодный. Видите, ребят, я почувствовал запах шашлыка и нашел его в помойке. То есть где-то люди за это деньги платят, а тут бам и шашлындос. Че, будешь кушать? Покажи. Свежий. Я же говорю, свежий. Это вот сегодня жарили, может. Скорее всего, да. Как? Спасибо. А, это вон там шашлычная. Да. Вкусно? Да, прикинь, у них беседки есть. Беседки там, смотрите, красиво. Мангалы, обалдеть. Они сами обалдели там. И нас шашлыком подкормили. Кормит помойка. Смотрите, ребят, помойка кормит ребятки.